Наш визит посвящен Комитасу, и узнав, что открылся новый музей в январе месяце, я решила организовать этот визит для дипломатического корпуса, в основном для женщин, которые здесь находятся с мужьями, потому что Комитас – эмблематичная фигура и в культуре Армении, и в истории Армении, и в истории геноцида. Да. Сегодня очень хорошее событие для меня, уникальное. Как прошло сегодняшнее мероприятие, я побольше узнал о жизни Комитаса, о этой великой личности. Да? Раньше мы знали Юмуски, чуть-чуть немножко. А сегодня мне удалось узнать побольше о жизни и связанные с ним истории. Очень интересный тур. Душа переполнена гордостью за армянский народ, потому что с такой любовью, с таким интересом сделан этот музей, в который не стыдно пригласить гостей, а также всех, даже вот и армян, и мне кажется, таких бы мест побольше Армении, и это вообще, ну просто, я говорю, переполняюсь гордостью за ваш народ, что создали такой музей. Человек, который достоин, который писал потрясающую музыку, который из глубин доставал вот эти национальные корни, ваши традиции. И вот все здесь отображено, и приятно очень. Посещение просто превосходное. Очень признателен за эту возможность посетить музей, потому что музей прекрасный, очень красивый. И, естественно, каждый дипломат, который приезжает сюда, в Армению, старается узнать о культуре, о музыке, естественно, о живописи. И из этого музея любой может узнать очень много. И я очень рад, что сегодня со мной тоже мой сын, такой композитор, и для него этот визит в этот музей тоже очень интересный. Так что спасибо вашей госпоже супруге, министра и, естественно, руководителям музея. Я надеюсь, что этот музей привлечет еще много туристов и художников, музыкантов, которые узнают еще больше про Комитаса.